На базе лицея МЧС в эти дни продолжаются республиканские соревнования на Кубок Белорусской Федерации пожарно-спасательного спорта. Подробнее в сюжете. Пожарно-спасательный спорт на Гомельщине традиционно силен. Особенно это касается такого вида, как подъем по штурмовой лестнице, где рекорд нашего земляка Владимира Стрельчени до сих пор является недосягаемой вершиной мастерства. Именно этот вид, к слову, открывал республиканские соревнования на Кубок Белорусской Федерации пожарно-спасательного спорта. И пускай дождь несколько усложнил задачу, накал спортивных баталий это нисколько не поубавило. Команда здесь на учебно-тренировочном сборе находится 2 недели. Команда у нас молодая, готовимся для того, чтобы показать наивысший результат. Понятно, что самое главное – командный дух, командная подготовка. Для того, чтобы показать наивысший результат, нужно, чтобы сплотили команду. Мы ее сплотили и хотим наивысший результат показать. Подготовка подготовкой, но домашний старт – это еще и большая ответственность для хозяев турнира. В гомельской команде это понимают. Всегда мы готовимся целенаправленно, но для своих домашних соревнований было, наверное, больше желания, скажем так, и стремления к победе на данных соревнованиях. На соревнованиях также состоялись забеги на 100-метровке с препятствиями. Традиционно в программе один из самых зрелищных видов – боевое развертывание. Но впереди чемпионат мира, где честь пожарных спасателей страны будет отстаивать и представитель Гомельского областного управления МЧС.